В Ульяновской области выработана своя стратегия развития кадровых технологий. В начале года ее презентовали в Минтруде. Федеральное министерство, в свою очередь, отметило региональную кадровую практику, применяемую на гражданской и муниципальной службах, как одну из лучших и востребованных в стране. Это дало право провести в Ульяновске стажировку для представителей кадровых служб госорганов. Мастер-класс организован в рамках проекта HR Practicum, цель которого – обмен опытом и внедрение на госслужбе современных технологий. Какие практики будут смотреть? Конечно же, обучение. Обучение, даже не обучение, назовем, а развитие специалистов. Конечно же, те информационные технологии, которые мы применяем и будем применять. Работа с резервом паралических кадров, о которой было недавно заявлено. Перенять опыт кадровых практик в Ульяновск съехались 19 представителей из 5 регионов страны. Период стажировки – 3 дня. За это время их ознакомят с основными проектами, которые действуют в сфере управления кадрами на территории нашего региона. Некоторые участники семинаров признаются, что готовы применять подобные технологии, но уже у себя в субъекте. Очень понравилась технология, о которой сегодня так подробно рассказывали. Это электронная карта профессионального развития государственных служащих. Аналогов я пока в России не видела, и я думаю, что это та технология, с которой мы будем работать у себя в правительстве области и что-то подобное, аналогичное обязательно сделаем. Электронную карту профессионального развития госслужащих разработали год назад. Она представляет собой таблицу, куда по 4 основным параметрам работник заносит данные себе. За это начисляются баллы. Таким образом выстраивается рейтинг госслужащих. Для работодателей и коллег такая карта создает визуальный профиль каждого специалиста. Кроме электронной карты, стажирующимся на одном из мастер-классов показали принцип работы корпоративного портала Ульяновской области. В каждом субъекте создана своя система органов власти, и она, как правило, не похожа друг на друга. Вот поэтому, конечно, взаимодействие, обмен опытом, это плодотворно сказывается на внедрении каких-то новых технологий, развитии госслужбы, муниципальной службы. Также гостей из других регионов познакомили с работой корпоративного университета Ульяновской области. На его базе уже 3-й год подряд в регионе ведется работа с резервом управленческих кадров. В рамках программы для служащих проводятся мастер-классы, обучающие семинары, курсы повышения квалификации и стажировки. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.